Итак, менее двух суток остается до старта биатлонной гонки «Легенд» в Раубичах и проводов из большого спорта олимпийских чемпионок Дарьи Домрачева и Надежды Скардина. Уже завтра пройдут тренировки именитых спортсменов. Сегодня же в спорткомплексе завершаются последние приготовления и к гонке «Легенд», и к чемпионату Европы по биатлону. Несмотря на температурный плюс, толщина снежного покрова трассы соответствует регламенту IBU, то есть не опускается ниже 50 сантиметров. Сегодня в Раубичах тренируются сборная Беларуси и Казахстан. Прибыли атлеты из Литвы, Италии и Чехии. Не сомневаюсь, что все профессионально будет подготовлено. Состав участников очень сильный. Даже собираются некоторые прилететь из Америки. И то, что заявились, по-моему, более 30 стран, это очень здорово. Поэтому не сомневаюсь, что всех любителей биатлона ждет яркое событие. Ну, что такое понедельник, если мы в программе «Гонки легенд» провожаем такие легенды, как Даша Домрачева и Надя Скардина, то я думаю, понедельник – это не тот день, что можно, значит, пренебречь таким мероприятием. Да, это бывает раз в 100 лет. Итак, гонка «Легенд» собирает гостей и участников в понедельник. Сначала пройдут два масс-старта, после – смешанная эстафета. Расписание соревнований на ваших экранах. Напомню, в Раубичах выступят такие именитые спортсмены, как Ули Эйнар Бьёрндален, Халвар Ханивальд, Рика Гросс, Надежда Скардина и Дарья Домрачева. Вроде бы мы уже и не тренируемся, да, но тем не менее хочется показать результат. И вот это ощущение именно волнительно, что из этого выйдет. Потому что все-таки и стрельбе мало уделялось, ну как, почти не уделялось внимания, да. И поэтому, ну и само, наверное, больше всего волнительно, что все-таки это уже официально. Нам будут говорить «до свидания», да, провожать из большого спорта. И может быть это еще более волнительно, чем сама гонка. А сразу после гонки «Легенд» праздник биатлона продолжится чемпионатом Европы. Первые гонки уже 20 февраля. Турнир станет одним из самых представительных. В нем выступят атлеты из более чем 30 стран. Бёцлер радиокомпания покажет соревнования в полном объеме.